привет, меня зовут Поззи, и со мной сегодня Робзи. Всем привет, друзья! И сегодня вместе с Робзи будем проходить очень крутую головоломку для двух игроков, а именно «Запульни меня». Ну или «Помоги мне», или «Спаси меня», в общем... Сейчас я тебе помогу! Полетел! Короче, ребят, вы поняли, вы должны перебрасывать друг друга через разные препятствия. Допустим, смотри, вот это Поззи, а вон там, вот там находится... Так, давай, запульни меня! Я готов! Вот туда! Нет! Ты бросишь меня, нормально? Я тебе сейчас помогу. Давай я даже в прыжке это сделаю. Давай! Опа! Нет! А как ты отрикошетил от флага? Я что-то не понял. А здесь вообще есть чекпоинты? Да. Смотри, вот так вот. Оп! Так. Нет! Походу мы с тобой никогда не пройдем первый уровень. Давай, моя очередь. О, я знаю, что я сейчас сделаю. Чуть левее, не правее. Сейчас. Так. Это кто полетел? Давай. Давай. Полетел! О! Все, тебя телепортировало? Нет, ты телепортировало, да, все. Ты забрал теперь флаг, пойдем. Тряпнуло. Так, а что дальше? Что это за вагонетки такие? На них нужно прокатиться, типа? Смотри, здесь какой-то чувак сидит, да, вот он просит лайкос. Если вы не поставите, он появится у вас в шкафу. Он будет преследовать вас всю жизнь. Это пипец просто. О, подожди. Ты красный, ты бери меня на ручки. Куда ты пошел? Я понял, только по красным блокам я могу прыгать, да? По синим не могу. Да. Вот здесь только ты можешь. Да, цепляйся. Ты видишь это? О, аккуратно, брось сами. Вот. Слушай, по сути, я могу сам записывать этот видос, потому что я тебя не буду отпускать, а ты никак не сможешь выбраться. Ну вот, смотри, как чуваки проходят. Давай, используй меня как рельсу. Я использую тебя в виде вешалки, знаешь, как в мультиках чуваки там по веревке катаются. Давай, бросай. Так, давай, запуливаю. Хорош. Тихо. Тихо. Фу. Так, а походу здесь ты уже будешь проходить. Да, видишь, здесь синяя руда какая-то. Во, иди сюда, иди. Хочешь на ручки? Давай, хочу на ручки. Я сразу вижу, знаешь, эти фанфики. Да, с этим нужно быть поаккуратнее, потом, знаешь, скажешь что-нибудь в видосе, а потом Робзи плюс Поззи и все. Давай, лети! О, я буду плавать с рыбами, смотри, здесь Немо есть. Да иди сюда, рыба, иди сюда. Дойди сюда. Так, давай. Что случилось? Почему ты меня держишь? Я за карту улетел, смотри. Слайс, флажок нажимай. Давай, сейчас нажму. Да, сейчас нажму. Давай. Все, нажал. О, привет, все. Вот это тактика, чувак, тактика галактика. Что это было вообще? Я не понял, походу мы с тобой уже придумали способ, как можно сломать эту игру. Тихо. Нет. А там что, ветер тебя чуть не сдул? Или что это за... Я не знаю, меня просто колбасило. Так, теперь я думаю, что тебя беру. Насколько вверх нам нужно с тобой забраться? Я без понятия. 21 метр написано мы собрались. 21 метр, а здесь около 250 метров. Поэтому нам нужно с тобой прямо спидранить. Ух ты ж, гад! Так он меня столкнул! Стой, ты плаваешь в воде, плыви спиной и опять запульни меня в воздух. Давай по-честному. Ну ладно, давай по-честному. Хорошо, там Поззи передают привет. Поззи. Привет. Опа, профессионал, смотри. А куда дальше? О, дальше. Да, стой, а флаг тебе собрать не нужно. Подожди, а может я тебя попытаюсь закинуть куда-то? Давай. А куда? Я так и планировал. Видишь, туда? Давай, в прыжке. Да! Я почти нажал! Робзи 5 секунд назад. Давай по-честному проходить. Опа! Так. Хорош! Блин, не успел нажать. Да ты вываливаешься! Там очень сложно, там нужно за долю секунду нажать. Давай вот сюда. Вот сюда. Да, отлично. Хорош. Телепортируй меня. Ребята, лайкосик за наше успешное прохождение. Так, теперь ты меня здесь должен использовать как вешалку. А, вот так вот? Поехали. Давай. Офигеть. Ты нормально там лицом по этому? По следующего флажка. По-моему, это был просто идеальный план капкан. Не знаю, что тебе не понравилось. Тихо. Так, я обе профессионал прохождения. Так. Знаем мы таких профессионалов. Так, а получается теперь что? А, теперь я. Я хотел, знаешь, что сделать? Что ты хотел сделать? Теперь я должен проходить. О, смотри. Понял? Давай, лети туда, куда. Нет! О, я жив! Да не бойся! Я в пропасть упал, тут написано ха-ха, ты пойман. Не падай в пропасть, я в пропасть улетел. Вот, смотри. Так я тебя телепортировал только что. Да вот. А, все, привет. Ты что, не увидел меня, что ли? Давай на ручки. Я не буду тебя отпускать прямо до конца этого ролика. Ребята, большое вам спасибо. Я же не мешок картошки, ты можешь поаккуратнее нести меня. Большое вам спасибо, что вы смотрите этот ролик. Теперь я буду проходить это вместе с Робзи. Только я буду проходить. Ага, сейчас посмотрим, далеко ты дойдешь. Нажмешь на флаг? Ты должен меня выбросить, чтобы сейф нажать. А я не буду этого делать. Да в смысле? Без сейва ты куда меня? В смысле? Алло. А дальше ты не пройдешь, там синее. Да не, вообще изи, смотри. Ага. Раз. Ну. Опа. Ага. Два. Три. Ага. Ну. И чё? Да брось меня!
брось меня! А ты уверен, что нам нужно собирать сейф? Да. Ладно, тогда я его соберу, телепортируйся обратно. Все, все, нифига, видишь, теперь я тебя несу. Все-таки без меня, Пози, ты никуда не денешься. Все, теперь сюда. А я так хотел проходить эту игру один. Подожди, здесь красная. Просто, чтобы ты был как Джарвис. Болтал там что-то над головой, и все. Типа такой, привет, с вами Робзи. Как ты там обычно? Все, сиди, можешь отдыхать. Мы проходим. Это самый человый видос, который я когда-либо записывал. Давай, давай, проходи там дальше за меня. Вот, падай вниз, тут нужно флаг тебе собрать. Можешь взять мне опять в руки. Я не сдвинусь с места. А куда идти? Блин, ты что, не понял, куда идти? Я тоже не понял. А, вон там, надо наверх прям самый подняться. Ты нафига вниз-то упал? Готов? Да, давай. Нет. Блин, ты упал в самый низ. Поднимаемся по лесенке наверх. А, вот куда нужно. Можешь меня запульнуть до этого флага? Вот здесь стоит терминатор. Во-во-во, видишь, стоит зомби. А, вижу. Давай. Давай, попытаюсь. Давай, давай, давай. Во, аккуратненько. Готов, готов, готов. Так, так, так. Давай. Давай я тебя запульну. Всегда мечтал запульнуть Робзи куда-нибудь. Давай, давай, пуляй. Опа. Во! Оп, нажимай! Нажал. Все, шикардос! Слушай, ты профессионал! Ну нормально, и все, мы на самом верху, 75 метров! Нормально мы с тобой спидраним сейчас! Слушай, а мы можем пройти, получается? Ой, что меня взял? Эй, эй! А, тут, так, тут только красные нормально. Блоки, ты что? Алло, дядя, проснись! Только не упади, я знаю, ты очень плохо проходишь обе! Давай, полетел! А, тут какой-то кот-самурай стоит, подожди. Давай с ним поздороваемся! Здравствуйте! Что это за кот-самурай? Подожди! Хватит меня скидывать в пропасть! Мы все попытки потратили! Я задонатил! А, ну все. Да я похотел, я с котом пообщаться хотел! Да в смысле ты меня выбросил, ну? Нет! Ты что, гонишь? Как такое произошло? Все, иди ты в баню, это все из-за тебя. Блин, а что теперь делать? Я не думал, что здесь жизни лимитированные. Что за фигня? Что, мы все заново будем проходить? Мы сейчас с тобой профессионально пройдем. Только давай не умирать. Хорош, четко, давай. Не, ну, слушай, мы на самом деле не так далеко ушли, чтобы париться. Просто сейчас мы не будем больше друг друга скидывать в пропасть. Я просто не знал, что нельзя умирать, вот в чем. Да, я тоже этого не знал. О, да, воду. Давай, воду, давай, 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 давай. Вот так. Да, в эту воду нормально будет? О, здесь Немо плавает, ты видел? Да, да, я тебе уже это говорил. Я хотел жить вместе с Немо вообще-то. А слушай, может мы тебя сразу до следующего флажка докинем? Давай. А я там пройду? А я не пройду. Да, думаю, пройдешь. Тихо. Все, там есть флаг? Собирай. Да. О, видал, как сократили? Короче, следи за бати, как правильно проходить эту игру. Да, давай, давай, рассказывай там. А у тебя, ты ж синий цвет, да. Да, я синего цвета. Сейчас упадет, смотрите, он паркурить нифига не умеет. Это ты мне говоришь? Ты серьезно мне это говоришь, что я не могу проходить паркур? Смотри, как я могу. Просто нужно тебя подальше запулить. Вот, вот, в другую дырку бросай меня. А, да, 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 нужно, чтобы ты рикошетнул об стенку. Готов? Да, да, да. Давай. Тихо. Все, отлично. Опа, хорошо. Скорее сейчас собирай этот чекпоинт. Смотри, мы еще с тобой ни разу не проиграли. Мне минус зубы. Минус зубы сразу. А у роботов есть зубы? Да. Вставная челюсть. Давай прыгай, вставная челюсть. Аккуратно только. Аккуратно. Тут тоже я должен... А, не-не, теперь ты тут должен. Или, может быть, я тебя просто запульну? Нет, нет, мы промажем. Вообще ты можешь залезть на эту штуку. Готов? Ты можешь по ней идти. Ну, по ней идти. Да, 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 вот ты долетел. Ты упал в пропасть, но можешь по лестнице подняться. А, да? Ну все, по-моему, мы с тобой камбэкнулись. Практически да. Нифига ты нашел обходной путь. Просто читерюга, а? Так, давай только чекпоинты собирать, слушай. Давай, давай, давай. Стой, сейчас стой, я стой. Выброшу. А тут нет чекпоинтов? То есть, если ты сдох, то ты сдох, понял? Ты сдох прям окончательно, да, походу. Обходи, да, справа. Справа вот сюда. Вот так. Готов? Так, подожди. Сейчас надо будет в прыжке. Блин, ты не попадешь, Пози. Доверься! Все, дошел! Слушай, Пози, я никогда в тебя не сомневался. Так, вот здесь нужно быть очень аккуратным, ты понял, да? Нет чекпоинтов. Если мы умираем, то мы умираем окончательно и появляемся в самом начале. Я даже не разговаривал сейчас, если что. Всё. Так. Давай, давай, просто добрось меня нормально в стеночку куда-нибудь, аккуратненько. Так, ну я прямо тебя брошу. Да, 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 давай, давай. Там главное голубая стена как раз. Я так, главное не во флаг, понимаешь? Я мимо этой стены сейчас прилечу. О! Черт, я чуть не улетел вниз. Только твой красный тиммейт может пройти тут. Но не беспокойся. Если они пройдут обучение, ты сможешь телепортироваться на чекпоинт. Что там? Здесь офигеть как сложно. Но я попытаюсь пройти с первого раза. Если что, от флажка далеко не уходи. Если я сдохну, меня призовешь, хорошо? Ага, если будешь падать, я сразу нажму на кнопку. Здесь, короче, обе. Еще и ветер сдувает. Твою налево. А я тут с котом пока что потусуюсь. У него, кстати, пеликан сидит на голове. Реально сдувает. Подожди, а как здесь пройти?
Как тебя зовут? Тебя зовут Дельта Реджи. О, какой красивый бантик у тебя. Какой милый котик. Я телепортировался внутрь каким-то образом. Так я тебя телепортировал. А меня? Почему телепортировало? О, все, нормально, сработало. Все, бро, давай я тебя хватаю на ручки. Я попытаюсь вот так. О, я думал, мы одновременно друг друга телепортировали. Google Pose переводчик, переведи, пожалуйста. Свободный тиммейт, Pocket. Закинь его сюда, это будет весело. Слушай, по-моему, это не будет весело. По-моему, это звучит как скам какой-то. Мы взяли чекпоинт! Это только второй чекпоинт, серьезно? Это только второй чекпоинт! О май гад! Но мы теперь можем телепортироваться, если что. Давай постараемся как можно выше добраться до нашего первого поражения. Carry Animation. Оу, я знаю, что я куплю. Я уже нашел. Вот, смотри, что я купил. Ты тоже, зараза, купил. А давай других игроков скинем. На нафиг. А, его не скинул, он просто упал. Да, а, он тоже фигня упал. Какая-то. Пойдем. Бесполезная штука. Давай посмотрим, что здесь за донаты есть. Так, я купил низкую гравитацию. Погнали, 30 секунд низкой гравитации. Мишень. Низкая гравитация, блин! Зачем? Давай, я тебя запыльну. Подожди, а ты не попадешь, потому что, подожди, гравитация пройдет. Давай, давай, сейчас, два. Давай, давай, два. Один. Блин! Меня все бесят. Я сейчас нажимаю на... О, открылось! Почему я упал? Это я сдонатил. Так оно закрылось, я не успел зайти туда. А. Твою налево. Я не хотел, я не хотел, сори. Ты главное поверь в меня и держи за меня кулачки. Давай, давай, пози, давай, ты можешь. Мимо. А вот так, да. Во. Да, да, давай. Поехали. Лечу. Да. Хорош, заходи быстро, заходи. Пробегаю, пробегаю. Отлично. Там флажок есть? Да, тут есть флажок. Но я его нажимать не буду. Не, знаешь что? Позови меня с собой. Я приду сквозь злые ночи. Че, по колодам? Настала твоя очередь. Ты все время прохлаждаешься. Мне приходится все делать бесконечно за тебя. В смысле тебе приходится? Ух, нифига себе. Давай до флажочка. Там тоже кнопка, кстати, есть какая-то. Я в тебе не сомневался, ни в коем случае. Так а ты не туда полетел! В смысле, я не туда полетел? Это Мирза, она не пускает меня. Сейчас я все исправлю, смотри. Все, она точно не сможет запульнуть. Да не, я что происходит? Это я землетрясение вызвал. Она ушла оттуда, залазь, залазь. Давай! Оп, долетел! Да. Это было жестко. Так, подожди, а там никак не пройти? А. Тут только красный может. Ну, о чем я тебе говорил? Ну и нафига ты это сделал? Да попал. Ты не туда закидываешь, тебе нужно да вот ты вывалился, потому что так, я все, понял, куда надо. Смотри. Не-не-не, стой, скинь меня нафиг. Последний готов? Шанс. Да-да, вот в эту стенку. Давай, раз, два, три. Да в прыжке, боже мой! Разве сложно нажать на пробел, чтобы прыгнуть? Я свалился. Да тебе просто повезло, ты не попадешь теперь второй раз. Ага, давай. Второй раз это не попадешь. Попал. Ладно, тебе повезло. Цепляйся за рельсу. И чё? Все, дальше мне просто нужно паркурить наверх. А, вот так вот? Да, теперь... Подожди, там дырка какая-то, там дырка какая-то. Какая дырка, нафиг? А, все нормально, да. Давай порелься. А, тебя сюда нужно запульнуть, чтобы ты не вылетел. Выбирайся обратно, а теперь ты должен меня взять в руки. И здесь уже сам прокатиться должен, да. Только не упади, они тебя толкают. Ах ты ж, гады. Они меня столкнули, ты видел? Ты видел? Мы никогда это не пройдем, ёлы-палы. Мы из-за тебя это никогда не пройдем! Я не специально! Сейчас, я не верю, смотри, ты специально это сделал. Давай, в прыжке, в прыжке! В прыжке. Хорош, хорош, хорош. Я на краешке! Все, отлично. Я видел, да. Так, хватаю тебя. Подожди, стой, надо... Нажимаю на кнопку. Давай. Хорошо. Паркурю. И падаю вниз. Знаешь, вот у меня, если честно, есть дикое желание скинуть кого-нибудь в пропасть. Вот. Не надо, мы далеко прошли, мы 110 метров прошли. Так. Давай. Давай, 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 давай! Да нет, нет, нет. Не нет. Туда, не туда, не туда. Сори, да, не я туда. Увидел. Вот так вот бросают лучших друзей. Все. В стенку. Я бросил своего лучшего друга. По-моему, звучит как классное название для видео. Кликбейтик. У меня самая крутая идея появилась. И что, думаешь, добросить туда? Да. А ну-ка. Давай! Не-не-не-не-не-не. Подожди, стой, стой, стой. А ты можешь гравитацию включить? Я тебя закину нафиг. А чё мы тупим? Давай просто гравитацию реально включу. Давай, мы я просто допрыгнем куда нужно. Синему флажку закину, и ты там подпрыгнешь, нажмешь. Вот. Да. Включил? Да-да-да, включил. Давай, 30 секунд. Лети! Не-не-не-не-не. Ударился. Лети, как птица. Сейчас. Стой, стой, стой. Давай. Я все сделаю. Я сейчас все сделаю. Давай, 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 не переживай. Вот давай! О-о-о-о-о! Долети, долети до флажка, он был лечу, рядом лечу, с тобой. Лечу, лечу, лечу.
Опа! Долетел! Профессионал! Вот это лайфхак, блин! Сила доната! Так, ну а чё, тут я тебя тоже должен запульнуть, только здесь нужно это с краешка делать. Я оставлю тебя снизу. Я оставлю тебя внизу. А как дальше нам проходить? Я что-то не совсем понимаю. А должно что-то открыться где-то. Так, слушай, по-моему, у меня есть идея. Вот отсюда запрыгнуть. Нет, только не упади, только не упади. Ребята, большое вам спасибо за просмотр этого ролика. Ставьте лайки, подписывайтесь. И увидимся с вами в следующих видосах. Адьос.